Болгария. Город Лович. Крытый мост через реку Осы. Этот мост – официальный символ города, любимое место прогулок для его жителей и основная аттракция для приезжающих гостей. Немного истории. Мост был построен в 1874-78 годах. Его автором является знаменитый болгарский архитектор Коло Фичетта. В строительстве моста бескорыстно участвовало большое количество местных жителей. Такие моменты очень характерны для болгарского национального возрождения. Изначально мост был и транспортный, и пешеходный. Построен он был из камня, из дерева, без применения металла. То есть даже детали соединяли исключительно деревянными клиньями. И освещался мост газовыми фонарями. В августе 1925 года мост сгорел почти до основания. И в 1926-1931 годах был построен новый мост, тоже крытый, но уже железобетонный. А в 1982 году мосту был предан первоначальный вид, и он стал только пешеходным. Сегодня длина моста составляет 106 метров. Он целиком теплоизолирован и отапливается в холодное время года. Вдоль него располагаются сувенирные магазинчики, туристический информационный центр, театрально-концертная касса и кафе-сладкарницы. Ну что, давайте зайдем на мост. Макет города Ловича с самыми знаменитыми достопримечательностями крутится. К сожалению, мы не можем зайти. Тут закрыты двери, чтобы увидеть это вблизи. Тут вот написано, что в воскресенье работает с 10 часов. Сегодня воскресенье, но в 10 часов у нас уже отъезд из Ловича. Значит, другой раз посмотрим. Вот как раз сейчас этот мост перед нами там проплывает, проезжает. Там еще видна турецкая баня, в которой мы вчера были. И, конечно, в середине вот эта вот огромная на высоте это крепость Ловическая. Но про нее вы посмотрите видео. Достаточно. Там все будет представлено хорошо. Здесь что-то типа эркера. И из окон хорошо виден другой, более современный мост. Транспортный и очень красивая панорама. Thank you.
уже гуляют члены нашей туристической группы. Ну и вот мы приближаемся уже к выходу. Ну а сейчас мы смотрим на реку Осом с другого края моста. И вот там видим еще один мост. Вы слышите, как лягушки квакают? Слышите, как лягушки квакают? Так, что-то застеснялись и перестали. Вот такое утро в городе Лович на реке Осым. Субтитры сделал DimaTorzok.